Макс Ньюс. Советы богачек. То есть я советую провокации, но не все их могут себе позволить делать. Российский психолог-психотерапевт. Скажи, ну слушай, ты меня сейчас бесишь, вот честно. Специалист по семейным отношениям. Ну все, будьте готовы к тому, что он пойдет искать другую энергетическую группу. Ирина Богачек на Радио Болтком. Поэтому это такие некие лайфхаки. Дает советы и отвечает на вопросы. Есть три темы, которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом мы их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. Добрый день, уважаемые слушатели. 8 мая. Мы сегодня, как и планировали, встречаемся с Ириной Богачек, российским психологом-психотерапевтом. Здравствуйте, добрый день, Ирина. Да, здравствуйте. Нас слышно. И сегодня мы поговорим про гнев и апатию. Вот такая будет интересная тема. Действительно, ведь во многих обществах считается гнев как раз-таки очень и очень неприличным поведением, особенно на людях, особенно даже, ну, если это происходит. Мы все, вот сидя на карантине, часто, в общем, вынуждены сдерживать еле-еле эмоции, конечно. Ну и вот насколько эта эмоция, действительно, нужно ли выплескивать иногда, вот побеситься, или нужно копить в себе, потому что есть мнение, что это тоже вредно для здоровья. Ну, немножечко начнем с того, что, в принципе, что такое эмоция? Эмоция – это реакция организма на изменение окружающей среды. И тогда встает вопрос, вот в современном обществе эмоции, они все-таки больше нам друзья или враги? Конечно же, ну, я как психотерапевт хочу вам сказать, что сейчас впереди планеты всей эмоционально-образная терапия, потому что, к сожалению, вирус современный человечества всего – это такое явление, которое называется алекситимия, когда человек не в состоянии ни назвать свою эмоцию, ни сказать, что он чувствует. И таким образом создается ощущение, что вроде бы мы как и не живем. Ну и отдельная история, я затрону ногенный невроз, в котором сейчас вообще пребывает современный человек. Чуть позже. Так вот, наши эмоции. Есть так называемые базовые эмоции, и к ним относятся у нас простейшие эмоции. Это такие, как радость, печаль, интерес, удивление, гнев, отвращение и тревога, или по-другому страх, и спокойствие. Вот таких 8, ну иногда говорят 7 базовых эмоций, убирая удивление. Дело в том, что современное общество, да, действительно с детства говорит нам о том, что проявлять эмоции вроде бы как и не очень прилично. И властвовать собой – это вот некое такое достоинство. А на самом деле эмоции управляют нашей жизнью. Если бы мы не влюблялись и не выбирали себе партнера, возможно, мы не создавали бы семьи и не рождали детей, не рожали детей. Или, например, страх, он не предупреждал бы нас об опасности, а радость бы не притягивала других людей, мы бы не коммуницировали. Базовые эмоции есть абсолютно у всех. Но зачастую, к сожалению, их непросто понять. Именно потому, что социум нам выдвигает свои стандарты и говорит о том, что некоторые эмоции, ну, просто неприлично проявлять в обществе, особенно, да, в европейских как бы странах. И тогда у нас происходит абсолютнейшая путаница. Ну, например, выражать любовь современный человек боится, потому что ему кажется, что он будет уязвимым, или что он унижается, говоря о том, что я люблю тебя открыто, да? Или, например, сдерживает человек раздражение, гнев, и тогда переходит на какие-то другие виды деятельности, например, начинает много кушать, да? Или, например, появляются какие-то боли в животе или в голове и так далее. Вообще эмоциональный фон – в принципе, в современном обществе под запретом. И вот поэтому идет трансформация. А иногда, кстати, зависть трансформируется, знаете, во что? Восхищение. И, например, тебе говорят: ой, какой ты великолепный, замечательный. На самом деле это есть не что иное, как зависть. Угу. И вообще вот выражать именно такие чистые, открытые эмоции, ну, практически нельзя. Но зато социум нам навязывает такие, ну, скажем так, социально одобряемые эмоции, хотя они могут быть очень даже и отрицательными. Например, чувство стыда, да, или чувство вины,
или беспокойство. Иногда мы вообще бываем, вот что называется, заражены страхом социального осуждения. А что люди скажут? Да, говорим мы. А, и, конечно же, длительное проявление чувства вины или вот такие симптомы, которые мы подавляем, могут привести к такому состоянию, название которому депрессия. Тяжелейшее заболевание, которое, кстати, я предлагаю вообще, может быть, даже сделать отдельную передачу на эту тему, да, потому что очень многие путают депрессию и апатию. И об этом я сегодня поподробнее расскажу. Так вот, я сказала про базовые эмоции, и, конечно же, сегодня у нас заявлена такая очень яркая, бурная, древняя эмоция, название которой гнев. Ну и когда она возникает? Почему мы начинаем гневаться? Вспышки гнева, как правило, возникают внезапно. И за гнев как раз отвечает одна из самых древних зон коры головного мозга. И гнев возникает, когда возникает препятствие. Вот, например, малыш, который хочет сесть, вот никак не может досесть. Вот он тянется, ноздри раздуваются, он начинает пыхтеть, потому что он преодолевает препятствие. И вот на этом примере, на этой иллюстрации, уже можно сказать, какая огромная сила и мощь заложена в этой эмоции, эмоции гнева. Гнев умножает наши силы. Мы начинаем чувствовать себя храбрыми, уверенными в себе, потому что благодаря гневу в кровь выбрасываются гормоны, в том числе и адреналин, и человеку кажется, что он может горы свернуть. Конечно же, гнев может быть направлен не только на достижение, да, каких-то целей. Хорошо бы, да, если бы он был направлен на какие-то, допустим, вещи социально одобряемые. Добываем нефть, газ, строим дома, преодолеваем там еще какие-то стихийные, да, бедствия и так далее. Но очень часто гнев же бывает направлен на кого? На твоих близких. И вот об этом я сейчас отдельно хочу сказать, потому что, ну, к сожалению, время обязывает буквально немножко два слова об этом все-таки произнести. Сейчас человек находится как бы в тоннельном мышлении. Что это такое? То есть каждый день человек хочет получать новую и новую порцию информации, что же происходит в этом мире. И ему тогда кажется, что он вроде бы как управляет ситуацией, что если я буду хорошо информирован, если я буду осведомлен, я, возможно, смогу избежать, да, какой-то опасности. И вот это вот информационное накопление приводит к тому, что у человека начинает формироваться внутренняя тревога. Но не все люди способны с ней справляться. И оборотной стороной тревоги является страх. А страх может выражаться либо в депрессивных состояниях, либо оборотной стороной уже страха является гнев, когда нужно обязательно выплеснуть эту эмоцию, потому что иначе, ну, тебя разорвет вот просто как паровой котел. И поэтому очень много сейчас обращаются, в частности, ко мне как к психотерапевту, люди в связи с тем, что они находятся 24 часа в сутки вместе, и они говорят, мы готовы просто, не знаю, поубивать друг друга. И встает вопрос тогда, да. Что же делать? Стоит ли этот гнев проявлять или все-таки его нужно сдерживать? Но сколько ты не сдерживай гнев, он, еще раз повторяю, имеет накопительное свойство. И рано или поздно он, что называется, вот человека взорвет, и он может накричать, причем в самый неподходящий момент, совершенно неожиданно и совершенно на, в общем-то, людей, которые, может быть, даже не заслуживают этого. И тогда начинают спрашивать: «Боже мой, какая тебя муха укусила? Или вообще ты нормальный?» Потому что люди начинают думать: «А что случилось?» А вот такой вот глубинный механизм я сейчас объяснила, который может как раз лежать в основе всего лишь такой вот краткосрочной, бурно протекающей эмоции, название которой гнев. И эта эмоция, конечно же, имеет в себе и плюсы, и минусы. И вот, кстати, провели американцы исследование очень интересное. Они выявили, что такими гневливыми нациями как раз являются американцы и русские.
Вот, в то время как европейцы или, например, японцы, их культурные как бы традиции таковы, что они не позволяют себе вот так вот открыто как бы гневаться. А итальянцы, я сразу хочу спросить. Что абсолютно одинаково реагирует наша нейросеть на гнев, который мы выводим вовне, либо на сдерживаемый или подавляемый гнев. Абсолютно одинаково вегетативная нервная система реагирует. То есть начинается, например, учащенное сердцебиение или учащенное дыхание и так далее. Поэтому и то, если это часто, то, конечно же, вредит организму. Речь о чем? Сам по себе гнев, он не опасен для нашего здоровья. Но вот часто повторяемая ситуация, когда я слишком часто это делаю или слишком часто подавляю, как раз и может привести к тому, что у человека могут быть в том числе и какие-то психосоматические заболевания. Вот за гнев у нас отвечают почки и желчный пузырь. Вот если у человека, например, прибаливают почки или какие-то проблемы с желчным пузырем, вот, возможно, как раз у него какие-то проблемы с балансом того самого гнева. Но помимо того, что гнев появляется, когда человек испытывает какие-то препятствия, он еще может быть в некоторых вариантах. Например, как раз когда человек преодолевает страх. Вот об этом чуть раньше я сказала, да, то есть когда имеет страх, опять же, такие накопительные свойства, когда вот уже его так много, человек трансформирует его в гнев. А иногда люди используют гнев как социальную такую мотивировку для того, чтобы дистанцироваться. Ну, например, очень часто это используют начальники для того, чтобы их подчиненные, ну, стали, что называется, немножко прибаиваться и чувствовать, кто в доме хозяин, да, кто здесь управляет ситуацией. А можно ли управлять гневом? Конечно, можно, потому что мы, люди, ну, в общем-то, социальные. И, конечно же, помимо генетических каких-то вещей, а в основе гнева, конечно, лежит и тип нервной системы, и базовая эмоция, которая преобладает у человека. Ну, вот если мы возьмем мою любимую восьмиличностную характеристику, да, психотипов, вот, которые как раз и строятся на базовых эмоциях. Гнев есть только у одного из восьми психотипов людей, как базовая эмоция. Как раз, кстати, это те самые руководители собственного бизнеса, которые очень часто борются с преодолением препятствий. То они борются с недрами, добывая, да, какие-то, допустим, газ, нефть, то они борются с политическим строем, то они борются с бюрократами, то они борются с какими-то финансовыми структурами. Но именно этот гнев и позволяет им достигать больших результатов. А вот если, допустим, считается социально неприемлемым проявлять гнев, то он трансформируется в отвращение. Вот я из Санкт-Петербурга, например, и у нас как бы считается, что гневаться не очень прилично. Ну, собственно говоря, так же, как и в Риге. Вот. И как раз-таки сдерживаемый гнев, он преобразуется в отвращение. То есть, фу, я считаю ниже своего достоинства, например, как-то там себя проявлять. И тогда начинаются психосоматические зажимы. Болит голова, часто появляются какие-то желудочно-кишечные проблемы, например, болит желудок. А это всего лишь означает, что человек не справился с ситуацией, что называется, не переварил. Поэтому, конечно же, гнев дозировано, нормировано, по строгим правилам стоит обязательно проявлять. То есть это как вы... Сейчас я хотела бы как раз вот рассказать, что за правила существуют, чтобы все-таки мы давали возможность вот этому паровому котлу, что называется, не взлететь. Даже в нашем анонсе, когда анонсируется моя передача, я использую такую фразу, как «скажи ему, бесишь меня», да? Как раз в слове мы можем выплеснуть часть нашей негативной энергии. Ну, например, вместо того, чтобы кого-то ударить или оскорбить, мы можем сказать: «Ты знаешь, я сейчас нахожусь в таком гневе, что готов тебя просто убить». Вот по силе она равна
знаете, такой вот физической, да, активности. Но в то же время какой-то процент энергии уходит, и вроде бы уже и не так сильно злишься ты на этого человека. Но обязательно о своих правах нужно заявлять, о своих границах нужно заявлять. Потому что если все-таки сдерживать этот гнев бесконечно, мы можем получить то, что называется психосоматику. Вот, например, к тем же детям, как можем мы относиться, если они нас, ну, немножко бесят? Бесят, да. Так. Можно ли ругать, вот, можно ли срываться на детей? Конечно же, мы можем сказать, что ты лентяй или еще какое-то, да, обидное слово использовать. А можем сказать, ты знаешь, вот у меня сейчас так все кипит внутри, что я вот готова вот все собрать, вот все, что вот тут вот, допустим, и выбросить в окно. Хочешь, я сейчас это сделаю? И вот вы как бы сказали, и уже напряжение спало. И, безусловно, может быть, ребенок послушается и сделает что-то, чем если бы вы просто кричали на него, повышали тон, и тогда у него включается запредельное торможение, и он вообще ничего не слышит. Ну вот, Ирина, кстати, вот исторический пример. Многие сравнивали, как сердился Сталин и как сердился Гитлер. То есть Гитлер, ну, который переходил в истерику, катался буквально по полу иногда, и говорили, что вот Сталин никогда не повышал голоса, но он мог посмотреть на человека с паузой так, что тот у того просто вот превращался в соляной столб. Ой, вот. Олег, какой замечательный пример вы привели. Это вот как раз о том, что Гитлер в данном случае проявлял эмоцию в чистом виде, то есть то, как вот она проявляется у животных или проявляется у детей. А Сталин, и это известный факт, по психотипу он был эпилептоид, где базовая эмоция как раз отвращение. Это регулируемый гнев. Когда гневаться неприлично, если я покажу гнев в чистом виде, я покажу свою слабость, я буду уязвимым. Но на самом деле это об одном и том же абсолютнейшее. Угу. Вот. Поэтому сейчас расскажу несколько примеров, как же все-таки справиться с гневом, если вот что называется, ну вот все вот накипает, и уже сейчас хочется, я не знаю, там все разнести. Итак, гнев, как и любая эмоция, живет у нас вот здесь, в груди. И, соответственно, воздействуя на эту зону, мы можем попытаться на телесном уровне справиться с этой эмоцией, а именно правильно дышать. И я рекомендую для именно гневливых людей такое упражнение, которое можно делать хотя бы там 1-3 раза в день, по 5 минуточек. То есть вдыхаем на 3, выдыхаем на 4. И таким образом, вот сбивая этот ритм, мы восстанавливаем баланс в организме. Мы имеем, опять же таки, паузу для того, чтобы немедленно не отреагировать, возможно, не наделать каких-то ненужных дел. Вот. И уже, может быть, и через какое-то время не будет необходимости, я не знаю, крушить весь мир. Потому что, вот что называется, вы отдышались. Вот это вот самое главное упражнение для гневливых людей. А гневливых людей, как я сказала, 1/8 на всех людей. Вот. Ну, на самом деле больше, но я имею в виду именно по базовой эмоции. Дальше. Можно сделать следующее. Можно представить желаемый результат. Вот для чего ты сейчас гневаешься? То есть в итоге ты что хочешь? То есть на что направлена твоя вот эта энергия? И вот таким образом, перенаправляя энергию, мы можем бороться с препятствием. А возможно, когда мы представляем конечный результат, к нам приходят уже через какое-то время и иные способы решения. Ну, очень часто, конечно же, специалисты говорят, что можно переключить эту энергию, опять же, на уровень тела, то есть что-то делать руками, ногами и так далее. Я не знаю, поплавать, побегать или, допустим, пойти на кухню и начать готовить какое-то блюдо, желательно ножик не брать. Или побить палкой, помните, чучело начальника, как в Японии предлагается? Вот.
Вот, это как раз про японцев. Я же вот как раз про исследование это сказала, а забыла вот уточнить, что у японцев меньше всего воспалений, в отличие, гнев еще вызывает воспаление, в отличие от американцев, например. Именно потому, что японцы как раз придумали эту куклу Бибабо, да, которую можно бить. И тем самым этот гнев выражать. Вот, к сожалению, я не знаю, в нашей культуре не прижилась эта кукла. Тут совершенно недавно же был фильм, как раз принесли эту куклу в офис. Ну, вроде как люди подходили, но так, чтобы открыто кто-то позволил себе этой кукле, что называется, начистить лицо, ну, нет. А в Японии это разрешенный факт именно для того, чтобы снимать вот этот стресс. И меньшее количество воспаления было статистически зафиксировано. Вот. Ну и поскольку это может быть и здоровая человеческая энергия, еще раз повторю, что гнев сдерживать все время себе нельзя. Ну, я не очень сторонник методов, знаете, некоторые говорят, съезди в лес, прокричись там, вот. Мне кажется, что проще выйти на улицу, я не знаю, пойти и посмотреть по сторонам, подышать и сфокусировать свое внимание на том, что вокруг тебя происходит. Потому что, выйдя на улицу, навряд ли ты будешь кричать на первого попавшегося человека или, допустим, собачку, которая там тебе встретится. Но таким образом у тебя руки-ноги двигаются, ты дышишь, и ты переключаешь свое внимание. Вот. Но еще раз повторяю, полностью подавлять гнев абсолютно нельзя. А вот после гнева я и хочу перейти к такому явлению, которое называется апатия. Вот мы, может быть, если можно, мы как раз в этой логической точке сделаем маленькую паузу. Сейчас у нас время рекламы, после чего вернемся и как раз начнем тему апатии. Микс Ньюс. Продолжается программа «Советы Богачек». Ирина Богачек, психолог и психотерапевт нашей студии. Сегодня мы говорим про гнев и апатию. Вот гнев действительно ведь может изменить историю страны. Вспомним Ивана Грозного, который, убив в припадке гнева своего сына, привел страну к смутному времени. И обратная сторона, вот как мы уже проанонсировали до ухода на рекламу, апатия. Что же это такое? Ну, сейчас вообще говорят о том, что апатия – это вообще такое некое модное явление, которое очень часто подменяется другим названием – депрессия. Но еще раз повторяю, это совершенно разные феномены. Как раз апатия может являться симптомом депрессии. Депрессия – более серьезное и сложное такое образование, о котором чуть позже скажу. Итак, апатия на самом деле – это подавляемый гнев. Неконтролируемый гнев – это отвращение, еще раз поясню разницу, а именно подавляемый. И дело в том, что если подавляется одно чувство – то и другие ослабевают, они вообще теряют оттенки. Вот приведу клинический пример. Одна девушка пришла ко мне и говорит: «Вы знаете, мне на самом деле очень легко работается в той организации, в которой я работаю, потому что вот у нас такая начальница, она все время кричит». Она вот просто, вот ей обязательно нужно покричать. Но, вы знаете, мне совершенно это не трогает, потому что я вообще ничего не чувствую. Но очень даже может быть, что если человек в одном месте ничего не чувствует, то это же вот это вот бесчувствие перейдет и на другую сферу. И именно поэтому я говорю, что в основе апатии лежит бесчувствие и бездействие. Ну, например, как может формироваться этот механизм? Человек проявил какую-то эмоцию. Ну, вот один молодой человек у меня был, он как раз вот пришел с тем, что он вот в состоянии апатии, а выяснилось, что он не позволяет выходить своему гневу. Когда-то в школе, в старших классах, он в порыве гнева сломал стул.
И он так испугался, и ему сказали, да ты же можешь любого человека убить, что в дальнейшем, когда он испытывал вот это чувство гнева по отношению к людям, он вспоминал этот эпизод, что он сломал этот стул, и он думал, ну так же я сейчас переломаю кости вот этому моему какому-то оппоненту. И он приучил себя не чувствовать вообще ничего по отношению к другим людям. Или классическая история «Роковая любовь», когда, например, человек полностью отдался, и почему-то партнер предал. И тогда, чтобы не испытывать больше вот это чувство боли, человек говорит, я не буду больше вообще влюбляться. Мне это чувство, такое как любовь, ну абсолютно не нужно. Но на самом деле именно эмоции говорят нам о том, что мы живы. Без них вообще трудно делать выбор, понимать чувства других людей, вообще коммуницировать. Потому что механизм отключения, то, что называется запредельное торможение, он, конечно, есть. Он существует. Но он существует как некая скорая помощь, когда человек, например, попадает в очень критическую ситуацию. Ну, например, на твоих глазах умирает какой-то твой самый близкий человек. Да? И ты находишься в состоянии шока, ты ничего не испытываешь. И в данном случае психика защищает нас. Но вот этот механизм отключения от эмоций, он предусмотрен только для экстренных ситуаций. Он совершенно не рассчитан на длительное применение. И, конечно, не все люди умеют совладать со своей тревогой или огорчением, или тоской. И проще приучить себя не чувствовать, как та самая защитная реакция. Но она творит очень злое дело. Вот это вот нечувствование. Ну, вы, Олег, как человек, занимающийся йогой, наверняка знаете о некой теории цигун, и в которой говорится, что связующим звеном между телом и, допустим, душой является энергия. И именно когда она гармонично и свободно циркулирует по нашему организму, человек здоров, и тогда человек хочет просыпаться, он просыпается с ощущением какой-то цели, он хочет активных действий в этом мире. А вот если циркуляция нарушена, тогда человек с утра просыпается и уже чувствует некую усталость, раздражительность, которая и может проявляться либо в виде гнева, либо в виде апатии. А вот сейчас я очень интересный расскажу момент. Смотрите, именно когда мы начинаем подавлять эмоцию, у нас начинают быть заблокированы разные каналы. Так вот, если мы испытываем эмоцию страх и начинаем ее блокировать, то начинает блокироваться канал почек. Если мы блокируем эмоцию гнева, злости, у нас блокируется канал печени. Если мы не позволяем себе испытывать вот бурную радость, входить в состояние любви, о чем я сказала, у нас блокируется канал сердца. А печаль и горе блокируют канал селезенки. А смотрите, а грусть, тоска и апатия — это как раз канал легких. Смотрите, не случайно сейчас то, что происходит, это связано как раз с легкими. И здесь я как ученый, который совсем недавно написала книгу, которая называется «Неврозы и невротики», я как раз рассказываю о неком понятии ноогенный невроз, о котором говорил Виктор Франкл, или по-другому он еще называется экзистенциальный невроз. То есть когда у современного человека возникает отчаяние по поводу отсутствия смысла жизни. Вот люди начинают страдать от тщетности своего существования. То есть это скука от невозможности. Да, к сожалению, вот вдруг что-то случилось со связью. Да-да-да. Да, сейчас все в порядке, вот сейчас вдруг восстановилось. Угу. Да, скука. На каком этапе я... На слове «скука». На слове скука. То есть человек современный начинает вроде бы внешне бурно себя проявлять. Я и этим занимаюсь, и этим, и этим. А вот возникает какая-то скука, непонимание, вот эта тщетность.
потому что вроде все направлено на обогащение, на власть, на какие-то сексуальные изыски, а происходит потеря духовного фундамента, о котором говорил Виктор Франкл. Потеря разрушения традиций, ценностей, безверия. Безусловно, мы сейчас должны говорить об этом. И вот основные характеристики – это как раз скука и апатия. И смотрите, мы получаем то самое заболевание, которое как раз и связано с чем? С дыханием, с легкими. То есть блокируется именно этот контакт, именно этот канал, отвечающий за легкие, за наше дыхание, за жизнь. Поэтому это такой философский вопрос, который, конечно же, я всего лишь как гипотезу выдвигаю, но меня как ученого очень это удивило и навело на определенные как раз мысли. Ну а когда же возникает апатия? То есть какие действия предшествует. Именно когда наш мозг, наша осознанность перестает осмысливать, что же происходит. И мы перестаем понимать свои чувства. И, конечно же, а вот разговаривать со своими чувствами, это означает быть себе ближе. Мы перестаем вообще понимать, что мы чувствуем, когда мы чувствуем, по отношению к кому, потому что, как я сказала, вступают какие-то социальные запреты, нормы. А ведь даже, знаете, сейчас поплакать-то многие не позволяют себе. Только в кабинете психотерапевта. А такое бывает, да, часто? Да. И считается, что если я буду плакать на людях, то это вообще социально неприемлемое. А на самом деле у слез есть неимоверная спасительная сила. Потому что и Плаксу, и Стоика, и Лирика, и Физика слезы могут застать абсолютно врасплох. И существуют две причины, почему люди счастливы или несчастливы. Ну, прежде всего, плач – это естественная как раз реакция на боль или печаль, а иногда на прекрасное. И то, что называется, человек начинает испытывать состояние облегчения или некого такого душевного вознесения, или, что называется, оттаивает человек. Конечно же, плач является и механизмом выживания. То есть когда чего-то не хватает или в чем-то испытывает потребность, ну, как младенец, да, он плачет, когда ему холодно или голодно. У слез, конечно же, есть биохимическое значение – то есть выводит гормон стресса и токсины. Но и, безусловно, у плача есть социальное значение. И в данном случае очень часто слезы используются, конечно, как средство манипуляции. Потому что плачущему человеку уступают или дают поддержку и так далее. Но все-таки в слезах больше плюсов, чем минусов. Изначально и мальчики, и девочки абсолютно одинаково реагируют на слезы в детстве. А потом дальше социальные нормы от там, так, сейчас мы... Что, да, этот канал становится заблокированным. А вот, ну, да, а вот, Ирина, у меня вот как раз, могли бы вы прокомментировать, недавно я видел очень, ну, действительно, это очень ошеломляющее видео, когда министр здравоохранения Италии, она, выступая, зачитывала список людей, врачей, которые скончались в Италии вот на своем посту от коронавируса, заразившись, и она плакала при этом. То есть, в принципе, вот всех, ну, удивило, что, казалось бы, мы не привыкли видеть человека, облеченного властью, плачущим, но она извинилась, но она сказала, что она не может без слез зачитывать вот список этих имен. Она просто просила почтить память тех, ну, вот, итальянских врачей, которые на своем посту. Вот в этом, что это, больше слабости или, может быть, проявление как раз силы или чего? На самом деле, как раз когда мы плачем, мы становимся ближе к другим людям. Просто очень часто мы боимся показать как раз-таки свою слабость, потому что будем чувствовать себя беззащитными или уязвимыми. Но именно когда мы показываем слезы в моменты печали всеобщей или радости, это, кстати, очень хороший вопрос по поводу того, а стоит ли сейчас для достижения, например, карьеры как раз подавлять эмоции или наоборот их проявлять и заражаться, что называется, вот такими социальными эмоциями, как, знаете, всеобщее чувство
чувство патриотизма или всеобщее чувство скорби? Вот вы, Олег, как считаете, вот все-таки более современно что, не показывать эмоции или наоборот показывать? Вот мне интересно как раз ваше мнение. Мне казалось, что в последнее время как раз-таки становится более... Ну, я не хочу сказать модным, но более распространенным, мне кажется, показывать эмоции. То есть люди как будто бы перестают стесняться, и вот показать человечность, может быть, как раз это человек, ну, как будто бы открывается, показывает себя настоящего, говорит как будто бы, что ему нечего скрывать, что это не маска, это его самое настоящее лицо. Да, и я сейчас вот вспомнила такую иллюстрацию, например, был конкурс Евровидения, когда выступала Полина Гагарина, и именно в тот момент, когда она закончила петь и заплакала, все вот потом члены жюри говорили, что вот это вот было как раз той самой точкой, когда они решили отдать за нее свой голос, потому что вот как раз вот эта открытость и близость, а люди боятся, а на самом деле ничего в этом страшного нет. Ну, возможно, что кто-то посчитает себя более слабым, а кто-то посчитает себя более искренним, и ты получишь гораздо больше возможностей, в том числе и продвижение там, по карьерной лестнице или так далее. То есть, да, действительно, сейчас невозможность проявлять эмоции, это, я говорю, это болезнь, которую нужно лечить. И сейчас уже понимают, и даже в крупных компаниях организуют всевозможные тренинги для того, чтобы, вот что называется, развивался тот самый образный интеллект, чувственный интеллект, потому что именно через эмоции и чувства мы и способны справиться с проблемами. Иногда уровни осознанности, вот что называется, а давай подумаем, а что из этого будет, оказывается недостаточным. А именно перепрожив, что называется, отыграв в эмоциях, человек и избавляется от тех проблем, которые его гложат. То есть здесь, кстати, хорошую иллюстрацию я приведу. Ко мне пришла в терапию женщина, у нее умер отец. Она сама тренер сборной по художественной гимнастике, то есть такая очень волевая женщина с выраженным анимусом, то есть в нем много мужской энергии. И она говорит, ну что-то все ходило вокруг да около, и никак я не могла понять, что же. Вроде у нее и любовь есть, любимый мужчина, и работа любимая, и ученики, и дети, и сама она такая, в общем-то, здоровая, красивая женщина. А вот что-то не то. И потом выяснилось, что, оказывается, у нее огромное чувство вины от того, что ее папа перед смертью, она заставляла его как тренер расхаживать после инсульта. То есть он лежал после инсульта, она заставляла его вставать, перемещаться по квартире. И вот как-то он не удержал в руках тарелочку с винегретом и рассыпал. И она говорит, я до сих пор помню этот ужас, как я заставила его встать на колени и собирать этот винегрет. Да, он сделал это. Я тогда посчитала это, ну, как за достижение. Вот он переборол себя, он справился. Но через некоторое время ее отец умирает. И она говорит, мне вот этот винегрет просто, я спать не могу. И мы в ходе психотерапии создали ситуацию, то есть создали некий фантом ее отца, позволили попросить у него прощения. Вы не представляете, как рыдала эта женщина. И потом, когда терапия завершилась, она сказала, Ирина, боже мой, я даже не знала, что такое возможно, что я смогу вот очиститься через вот эту эмоцию, плача, снятие чувства вины, что я смогу очиститься. А я и на это сказала свою любимую фразу, что для нашей психики без разницы, эта ситуация воображаемая или реальная. Мы переживаем абсолютно одинаковые эмоции, если мы позволяем себе их переживать. И поэтому сейчас я хотела буквально несколько советов дать по поводу того, как справиться
с апатией, если вдруг вы ощущаете, что у вас есть такое состояние. Но буквально одну минуту я посвящу тому, чтобы сказать, в чем же отличие депрессии и апатии. И про депрессию, как я уже сказала, если будет интерес, я прямо вот предлагаю отдельную передачу сделать, потому что этот феномен сейчас накрывает просто всех. И ближайшие 2-3 года, ну, в перспективе все терапевты говорят о том, что, ну, оно по нарастающей только пойдет. Итак, смотрите, при депрессии есть состояние пониженного фона настроения и отсутствие моральных и физических сил. Иногда, кстати, этот пониженный фон настроения может трансформироваться наоборот в безудержную такую энергию, такое веселье, такую радость и так далее, как псевдокомпенсация. И в то время как апатия – это нежелание проявлять вообще никакую эмоцию. Там эмоций нет. Ни позитивной, ни негативной. Если при депрессии человек совершает все-таки какие-то действия, ходит на работу, общается, но у него есть постоянное неоправданное вот такое тревожно-пессимистическое состояние, что ничего хорошего в будущем не будет, то вот при апатии как раз отсутствие какой-либо деятельности, отказ от любой деятельности, потому что нет ни к чему интереса. Вот. И, как я сказала, апатия может быть симптомом депрессии. То есть апатия – это исключительно эмоционально-волевая характеристика, в то время как депрессия – это такой целый симптомокомплекс. Вот. И сейчас буквально несколько советов, как справиться с апатией. Дело в том, что мы не можем подавлять свои эмоции. Я уже говорила о том, что нам обязательно нужно с ними разговаривать. Поэтому договоритесь с собой, что называется, страдать по часам. Вот, например, с 5 до 7 я хожу по берегу моря и позволяю себе страдать. То есть войти в эту негативную эмоцию, пережить всю ту гамму чувств, которые у меня есть, поразмышлять на эту тему, почему же я в таком состоянии и так далее. Но именно совершая какое-то действие. Не просто лежа на кровати, а вот я иду, например, с палками по берегу моря, и вот 2 часа я, что называется, страдаю по часам. И вот эта техника отсрочки, она как раз позволяет потихонечку выходить из этого состояния. Дальше. Нужно посмотреть на здесь и сейчас. Посмотри, что вокруг. Посмотри, какое небо, посмотри, какие там чайки, а посмотри, какого цвета песок. То есть есть текущий момент. То есть нужно вернуть мысли из прошлого и будущего какого-то там непонятного в настоящее. Что здесь есть, вот здесь и сейчас существует? Дальше. Обязательно нужно позаботиться о здоровье. А очень часто люди в апатии, как я сказала, это бездействие, бесчувственность. Ничего не хочу, ничего не чувствую. Поэтому, конечно же, нужно начать с того, что можно просто порадовать свое тело. Свет, тепло. А свет и тепло дают нам выработку эндорфинов, а это гормоны счастья. Вот. Этому же способствует сон, отдых на природе, например. Дальше нужно заключить контракт с собой на удовольствие. А именно, даже если тебе сейчас ничего не хочется, напиши список тех вещей, которые, например, тебя радовал до этого. Например, попить чай с малиной или почитать книжку у камина, завернувшись в теплый плед и так далее. То есть список, ну, желательно, там, я не знаю, где-то из хотя бы 30 каких-то вещей. И вот каждый день обязательно из этого пункта выполнять какое-то действие. Просто принимать как пилюлю, как таблетку. Конечно же, я советую дыхательную гимнастику. Ну, а напоследок что скажу? Просите о помощи. Нет ничего постыдного в том, чтобы сказать, что да, возможно, я болен. И вот этот вот симптом апатии является как раз симптомом депрессии, то есть более глубокого состояния. А там уже тебе самому практически невозможно будет справиться. Нужна помощь специалиста. Просите о помощи и подумайте, что с вами будет, когда вы получите то желаемое, о чем вы будете заявлять. То есть для чего вам нужно справиться с этим состоянием. И тогда начнется новый вектор, по которому пойдет новая энергия. Ну что же, тогда мы следующую программу анонсируем
посвященную депрессии. Думаю, что да, потому что это очень актуальная тема, и люди действительно находятся сейчас в таком состоянии, что непонятно, могу ли я справиться сам, либо все-таки мне уже нужна помощь специалиста. И я очень четко расскажу, какие симптомы депрессии, потому что я говорю, это не обязательно бездействие. Это может быть как раз наоборот очень активная деятельность, и вроде я радостна, и все хорошо, а потом почему-то известные люди, извините, заканчивают жизнь самоубийством. Вот. Ну, а мы закончим, я думаю, сегодняшнюю программу. Не, надо на позитиве, конечно. На позитиве, да. Поговорим, конечно, о том, как справиться вот со всеми этими сложными вещами, которые, на которые жалуются многие люди. Ирина Богачик, психолог-психотерапевт из Санкт-Петербурга, сегодня с нами по скайпу, по связи. Спасибо большое, Ирина. Тогда мы объявим дополнительно время нашей следующей встречи. Спасибо вам и удачи. Да. Спасибо большое, до свидания.